Всем-всем доброе утро. Сейчас поеду к Саше. Смотрите, волосы белые. У нас опять снег. Опять. Я уже как устала. Уже обрадовалась, что такая теплота. Уже все куртки зимние убрала. У нас опять снег. Смотрите, буквально, я не знаю, минут 20, наверное, прошло. И вот такой вот снег. И снег... Как бы так сказать, даже не снег, да, а как будто вот мелкие градинки. Похоже, честно говоря, если поближе посмотреть, то похоже на пенопласт. Как будто бы, видите, как будто бы пенопласт летает. Вот сейчас машина немножко согреется, и я поеду к Саше. Нужно отвезти ему второй ключ. Вроде как он говорит, что батарейка что ли села на ключе. Не знаю, но потом после работы уже поедет в автохаус, чтобы ключ заменили. Вот, честно говоря, вообще сегодня не выспалась. После работы пришла, пока уснула, пока туда, пока сюда. Ой, и тут и утро. Быстро настала, пока деток отвезла, развезла. Вот, теперь опять ехать. Мне сегодня несколько раз ехать. Нужно к Саше на работу съесть, потом в центр поехать Изабельку на танцы отвезти. Потом ехать за Изабелькой в другой город. Забирать ее, мальчишек отвозить на тренировку. В общем, как говорится, понедельник день тяжелый. Всем привет-привет! Сегодня 14 марта, сегодня у Климушки день рождения, 11 лет, смотрите, какая погода. То несколько дней назад у нас тоже выпадал снег, прям сильный, да, был. Потом все растаяло, потом опять тепло стало, потом опять прохладно, дожди. И вот сейчас опять снег. Я немножко приболела, опять приболела. Когда закончится эта зима... Чтобы не болеть, да? Почему-то раньше вообще не простывала. Сейчас начала часто простывать. Может быть, из-за климата такого. Не знаю. Смотрите, какой снежок. Сейчас быстро пойду украшать комнату. Климушке сегодня придут одноклассники. Вот. Я быстро украшу и вам покажу. Ну, сам, наверное, праздник я снимать не буду, потому что вы знаете, что деток нельзя, да, чужих снимать без разрешения. А тем более выкладывать их в сеть. Так что сниму только украшенную комнату. Быстро покажу вот это футбольное. Подожди, Ермочек. Сейчас сюда Саша принесет бильярд. Не где-то Климушку украшала. Там еще пока ничего нету. Как детки придут, будем все делать, да, чтобы не остыло. Здесь вот тортик. Мама, а сколько они придут? Я Климушке сделала. Здесь вот сладости для деток. Ну, в общем, горячее будет потом. Климушка, привет-привет, с днем рождения. Спасибо. Всем доброе утро. Я спекла вот такие вот косички Климушке в школу. Так как сегодня в школе будут праздновать день рождения. Вот эти вот косички спекла. И приготовила вот такой вот кухон. Просто... Пирог, да, бисквитный, ванильный, такой высоту, и просто шоколадной глазурью покрыла и украсила фруктами. Больше ничего не делала. А вот, думала сначала кексы, но потом времени на кексы уже нет. Сейчас пора уже выходить. Домой приедем и буду уже убирать свою кухню. Так что повезла их в школу, там будут они отмечать день рождения. Вот. Так что с вами увидимся чуть позже.